Талантливые ребята с физфака порадовали нас высоким уровнем номеров и заставили зрителей не прекращать аплодировать. Но Вагиз эту точку зрения не разделяет. Хотя я и не смотрел, отвратительные, просто ужасные. Мне не понравилось вообще ничего, но только вот песни были неплохие. Надеемся, что Вагиз изменит свою точку зрения, и ему сможет понравиться хотя бы один из концертов. Здорово, бандос. Базар, короче, есть. Тут нового фрерка наказать надо. Гадости про нас говорит. Кем будет? Вагизом кличет. Крыша есть? Узнаем. Не впервые, братан. Ладно. Разберемся.